какой может быть праздник, когда родные страдают. Ни праздничного стола, ни нарядов, да и дом не родной. В стенах Центра социального обслуживания семья Джабер оказалась совсем недавно. В Оренбург из Луганска приехали в начале июля. Говорят, на Украине обычному населению стало совсем тяжело. Везде стреляют. О последних днях на родине вспоминают лишь со слезами. Мы жили в Каменнобродском районе, самый известный район Луганска. Это гора над городом. И я видел, Бог не захотел, чтобы этот самолет стрелял. Шел большой дождь. Очень большой. А он все равно стрелял. Он сириец, она украинка. И словно по злому року, войну сегодня переживают родные у каждого из супругов. Несколько дней мусульманской семье пришлось жить в подвале роддома. Там 2 года работал Рами Джабер. Он акушер-гинеколог. Бросать пришлось все в спешке. Город, в котором они жили, закрыли. И только когда оказались в Одессе, попросили убежище в консульстве России. Города нашего практически нет. Вот. Ну, хотели как бы работу найти, самое главное, деток в школу устроить. И если помогут, надеемся на жилье. Возвращаться на Украину семья не собирается. Хотят остаться в Оренбурге. И с работой вроде бы налаживается. Остается решить вопрос с визой. Главное сейчас для родителей – это благополучие детей. Чтобы, несмотря ни на что, они не расставались с мечтой. А вот о чем ты мечтаешь, скажи, пожалуйста. О качелях. Екатерина Тихоненко, Владимир Семенов. «Наше время».